В общем, друзья мои, сегодня я опять жарю мясо. Это стейки, мраморная говядина, чак-ролл. Спонсор нашего сегодняшнего, так сказать, ужина. Алтайская мраморная говядина. Ссылка будет вот здесь. Ладно, погнали приготовим. Самое главное, не забудьте подсушить кусочки. А в этот раз солить мы их будем после жарки. Погнали. В общем, самое главное, раскалить масло. Вот так, аккуратно их по кругу выкладываем. По 2 минуты с каждой стороны, потом переворачиваем, добавляем сливочного и еще по секунд 30-40 и будет топ. Ребят, в обязательном порядке обжарьте, дайте мясу зажариться и по краям. То есть вот так его ставьте, и будет прям топ. Ну, вот сейчас чесночок отдаст свой аромат, и будет очень вкусно. Все, выкладываем маслица и солим, перчим. Ну что, 2 минуты с одной, 2 минуты с другой, по половинке минут. Еще так маленько вот туда-сюда потусовали. Давайте разрежем, посмотрим, что получилось в этот раз. Ну, мраморность, ее никуда не денешь. Прожарка, медиум. Будем попробовать. Даже, наверное, ближе медиум well. Хотя, наверное, медиум. Как всегда, четко, вкусно, мраморка присутствует, алтайская, это кайф. Не болейте, всем приятного аппетита, а я буду есть.